Уважаемые подписчикам, доброе утро. Сегодня будем собирать теплицу Легенда 3 на 8. Пока приехали, разгрузились, начали обустраивать фундамент. Параллельно будем собирать торцы. Теплицу мы построили, закрепили, выровняли, начали обшивать стены поликарбонатом. Параллельно докручиваем верхние прогоны. Сейчас будем делать перелив и начнем крыть крышу. Завершился у нас монтаж. Напоминаю, строили сегодня теплицу Легенда 3 на 8. Идем смотреть. Видим двери с форточками с каждой стороны. Так, вот дверь, если открыта, она должна быть зафиксирована крючком обязательно. Нельзя, чтобы она просто болталась на ветру. Так, каркас. Труба 40 на 40. Покраска полимера порошковым способом. Цвет шоколад. Есть диагональные усилители. Стоит все на брусе, брус 100 на 100, обработан, закреплен в земле. Также есть у нас два форчных блока на приводах, приводы отключены на зиму. Есть 4 стеновые форточки, 2 ручные, 2 на приводах, тоже все отключено пока. Поликарбонат здесь 4 мм, плотность 0,8, все торцы защищены торцевым профилем. Вот такая длинная, хорошая, прочная, надежная, высокая, объемная. О, сколько можно о ней говорить. Теплица Легенда 3 на 8. Вот такая вот у нас получилась. А у меня на этом все. Ставьте палец вверх, задавайте вопросы. Всем пока.